Здравствуйте, Джанульки! Сегодня я к вам с одним замечательным немецким рождественским рецептом. Молодец. Называется он творожный штоллен. Да, немецкий. Немецкий. У нас уже начинается немецкий. Рождество. У нас мы уже начинаем потихоньку выпивать. Да, готовиться к Рождеству. Да. Что ты сегодня будешь готовить? Ну-ка, быстро расскажи. Вернее, из чего. Так, у меня сегодня здесь... Да, что у тебя тут? 250 грамм сахара, 350 грамм масла сливочного, 500 грамм кварк. Ну, творог немецкий. Творог, да, немецкий. Это мы орешки. 80 грамм миндаля рубленого, сами нарубили. Да, 6 яиц. 6 яиц. И это... Узюм. 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 Розине, узюм. Как по-немецки скажи? Розине. Розиня ты. И хоть скажи, что розиня твоя узюм в роме. В роме, да. Лежит, пьян. Мы уже добавили где-то грамм 70 рома. Да, мы его уже напоили. И у нас еще... Нам нужен еще цитронен. Да, это... Сахар. Цитронный, да, сахар. Грибины. Дома нету лимона. Вот представьте себе. И две упаковочки. Ванилина. Разрыхлитель. Молодец. Килограмм муки. Да. Ну, что? Делаем много. У нас это, сразу говорим, две это порции. Это двойная порция. Mm-hmm. Если кто хочет одну порцию... Пополам. Пополам делить. И у вас выходит два таких штоллена классных. Да. Они действительно очень вкусные и очень классные. Да, попробуем. Да. Я забыла включить. Теперь мне втык ставили. Но ничего это я не ставил. Я просто сказал. Когда я забываю иногда, ой. Камеру включить. Я его ругаю. Теперь он меня ругает. Ладно, ничего. Ладно. Не так страшно. Еще можно спасти. Все можно исправить. Короче, мы добавили 350 грамм масла. Угу. Сейчас добавляем... Сахар. 250 грамм сахара. Угу. Там хорошо видно? Очень хорошо. Все идет как по плану. Как положено. А теперь добавим две упаковочки ванильного сахара. Угу. А потом всю эту красоту мы перемешаем. Угу. Ты можешь сказать миксуем, как и собери. Миксуем. Что добавляешь, Джан? Сейчас скажу. Сейчас скажешь, ну скажи. Uno, uno momento. Добавим. Покажи. Вот, цитронный. А доктор Эдгара, да? Да. Гешельта цитроны. Такой крутой. Очищенная цедра лимона. Да, он самый крутой в Германии. Добавим ложечку. Чайную ложку. Да. Ну, чайную ложку видно же. Его перемешиваешь, да? Да. Добавляем 2 яйца. Молодец, Джон, так хорошо работаешь. Два яйца. Я прям балдею. Ты их постепенно будешь, да, добавлять? Все не пойдет. Да, нет, все сейчас нельзя. Я перемешаю, чтобы хорошо с маслом перемешалось. Нам надо добавить сюда в орешки ром, чтобы хорошо пропитался. Мешаем. Изюм тоже перемешаем. Розине. А теперь добавляем творог, кварк, творог. Кварк это по-немецки. Да. Творог.
Я знаю, что по-немецки. Твой. Знаю от Ромы, так здесь все классно пахнет. Да, а когда будет печь, ты вообще будешь красотей. Ковыривает все подряд, чтобы ничего не осталось. Ну-ка. Вражеской силе. 500 грамм же нужен, смотри. Если я оставлю, будет уже 499. И уже не будет кондиции. И уже не дойдет до кондиции, ты думаешь, да? Да? Господи. Будет вкусно, я так думаю. Ой, Климка, ты кадр вообще. Кадр. Мы все в кадре. Шесть. Да, мы все 6 кадров, точно. А теперь поехали. Конечно, это по желанию. Кто хочет, можете добавить немножко ванильной пасты. Да, ванильную пасту. Да. Хотите, добавьте, хотите, нет. Да, это вы. Я добавлю. Да, правильно, Шатик, добавляй. Хватит. Перемешаю это. Угу. Ты уже, наверное, будешь добавлять муку, да, Джан? Да. Молодец. Уже все у нас. Смесь почти готова. Угу, молодец. Жду, не дождусь, когда уже сегодня какой, будем. Вот такой он должен. Как кашка. Да, да. Очень такой, хорошо. Кашка натуральная. Такой конденсации он должен быть. Угу. Консистенции. Да. Угу. Что делаем теперь, Джан? А теперь мы добавляем муку. Вот у меня 2 пачки разрыхлителя. Угу. Если вы делаете наполовину, то вам хватит одного. Довольно. А у нас потому что... Доппельт? Да. Как у нас это? На килограмм муки. Да, да. Нам просто нужно много. Много. Нам нужно много отдать. У нас семья большая. Да. Брат. Брата не покормишь. Потом обидится. Не говори. Есть любимый с тещей. Ну, это... Это святое. Это святое. Точно. О, теперь видите. Мы будем... перемешивать, угу. А потом будем добавлять. Хорошо работаешь прямо в кульке. Ну, знаете, можно высыпать в одну тару. Да. И там перемешать. Да. Ну, если вы, конечно, хотите. Но я не хочу посуду еще пачкать. Красава, молодец ты какой. А я выставляю 150 посудов. Ну вот зря. Не говори. Не надо. Вот как нужно работать. Все, надо. Эффективно. И воду сэкономишь. Да не говори. У меня муж очень экономный. Ну прямо истинный. Ну все. Экономщик. Все, поехали уже? Ну, поехали. Ну давай, поехали, давай. Так будет. Буду перемешивать. Ага, и по чуть-чуть мука добавлять. По чуть-чуть мука добавлять. Давай, Шатти. Ох, тесто шикардос. Классное, классное. Уже тяжело идет, да, Джан? Да. Уже надо вываливать и собирать в кучу. Ну, давайте, дерзайте. Уже тяжело мне его... Месить? Месить, да. Уже надо вывалить муку. Да. Не муку вывалить, а вывалить на стол. Так, сейчас мы ее раскроем. Угу. И сюда вывалим. Так быстро и очень вкусно. Очень вкусно. Теперь поехали. Здесь у меня до 6 порций.
потихоньку превращается в такое шикарно выглядит, Джан, уже. Да, уже. Не многовато ли муки, любовь нет, моя? Нет. Как раз в самый раз. Да. Это еще. Это потому что, наверное, у тебя еще розинки твои, узюм, потом орешки добавим. Да, они же ромчики. Да. Ромчики напоены, пьяненькие уже. Поэтому не переживайте, муки немного. Сейчас он ее соберет, всю красоту эту. И потом уже будем добавлять узюм. Изюм. Это я просто так климовским языком говорю, да, Джан? Да, да. Ты же не можешь сказать изюм. Скажи изюм. Можешь? Изюм. Сейчас мы это расправим, а потом добавим наш узюм. Или кишмиш, или розин. Кишмиш, короче, пьяный. Короче, все, поехали. Ты будешь его сейчас вбивать, весь изюм, да, туда внутрь, да? Это самая тяжелая работа. Да, сейчас надо будет снова месить. Снова. И пьяненькие орехи, не забудь, Джан. Да, сейчас мы их добавим тоже сразу, да? Угу. Чтобы все были... Мы их расправим по всему периметру. Да. Чтобы все у нас... Ой, все. Дорогие мои джанульки, вот так она и делается. Ой, да, просто там твой ром весь вытек. Да, ничего, сейчас... Собирай его. Сейчас все соберется. Да. Чем больше мы его мнем, мне надо немножко муки, кажется. Тесто мое уже готово, сейчас подсыпем муку и будем собирать. Угу. Уже формировать, да. Хочешь сказать. Так я хотел сказать. Правильно. Ну, вы поняли. Все, мы все понимаем, конечно. Мы хорошие ученики, все. Вот таким макаром вообще будет. Вот так он должен быть. Так. Вот так. Хорошо. Все, Шатик, уже собрал ты? Да, уже я собрал. Угу. Сейчас я его разделю. У меня где-то здесь почти 3 килограммы. Угу. Где-то по 700 грамм будет, наверное. На 4 части, на да? На 4 части я сейчас разделю. Весит 673 грамма. Ну, следующий здесь тоже подсыпали немножко и все, вот так сделал. Да. 673, значит, эти два больше, эти два больше, наверное. Эти два больше наши. 686 грамм. Хорошо. Ладно, мы не будем считать граммы, мрамы. Все. Это я просто хотела знать. Да, начну формировать мое тесто. Угу. Что ли, Джан? Ах, что? Ну, это тесто, все равно это тесто, Джан. Ну, да, конечно, Шатик. Настоящую форму будем придавать. Так делаешь, как будто всю жизнь занимался этим. Вот такой будет. Она с овальной формы. А теперь мы ее вот так собираем наверх. Делаем как губки, да? Да, как, вот так. Как девчачьи губки. Красивые такие. Взахлёст. И немножко подбиваем со всех сторон. Вот так, типа вот так. Так.
все, поехали. Вот так. Вот. Все. Во. Смазывать будешь яйцом? Нет. Мы его потом, когда он выйдет с печки, мы его в масло растопим сливочное и сверху смажем. Молодец, все знаешь. Молодец. Следующий. Сказал заведующий. Кричал, да. Первые мне готовы, вот посмотрите. Шикардосненький. Какой хороший, прям не могу. Отправляем в печку на 180 градусов. При Heißluft. Ну, да, это конвекция. Горячий воздух. Горячий воздух. На 40-45 минут. Или час, но вы ориентируйтесь, да, по вашей духовке, пожалуйста. Всё. Поехала вагонетка. Все. Время засекаем. Засекаем время. Сейчас ставим время. Засекай время. Другой повар. Упал. Приступаем к следующей. Поехали. Не будем долго церемониться. Да. Ну все. Лимусик так внимательно, серьезно формирует теперь тот последний, да, Джана, это последний? Да. Да. Вот этот, который 800 грамм был, он такой классный, толстенький такой, красивый. Толстенький, хорошо получился. Которые толстенькие, они хорошо получаются, это точно. Ничего. Ой, шикарно. Сейчас сделаем. Шикарно. Вроде шикарно получается. Сейчас. А я буду выпекать. На моем канале будет штоллен немецкий дрожжевой с марципаном. Настоящий дрезденский дрожжевой штоллен со всякими орешками, изюмом и с цукатами. Ну, все, как положено. Все. Пойдет? Встретимся мы с вами, когда будем вытаскивать. Да. Первую, давай. Первую партию. Ждем с первую, чаем, да? С, да, чаем будем. Обязательно. Ой, как классно. Нет, я хочу с кофе. Хорошо, с кофе будет. Кофе надо. Это дело только с кофе. Давай, ждем. Все, ждем. Бокс, бокс. Еще хотела привет сказать. Давай, доставай. О, покажи дальше. Все. Готовы уже, да? Готов к труду и обороне. Красавцы какие. Тарам-тарам. Это класс. Это шикардосненькие какие. Это супер. Джан, молодец ты. Супер-бупер. Колбаса. Все, с Богом. С Богом, с Богом. 45 минут. Растопил масло. Вот. Все, снимаю. И буду его обмазывать маслечком. Прям горячим. Да, 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 обязательно. Обязательно. Обязательно горячим маслом. А потом мы посыпем сверху сахар. Этим. Да, сахарной пудрой. Сахарной пудрой, да.
Сейчас их хорошенько его обмажем, дадим остудиться, а потом мы нарежем с кофе, с чаем, кто как хочет, и покажем вам, как это. Какой он внутри. Я уже сейчас. У меня слюнки текут. Я уже сейчас хочу. Побольше он должен прям вот вообще питаться. Какая прелесть, да? Какой кайфун. Кайфун будет, когда мы будем кофе пить. Вот он, рождественский, что ли, немецкий. Смотрите, какая красота! Все? Такая прелесть получилась. Шатик, ты меня сегодня вообще... побил мои рекорды. Блин, это что такое? Прям я кушать не смогу. Вы посмотрите, какая прелесть. Сказка. Стать. Нет, умереть не стать называется. Вот такую красоту я сегодня приготовил. Если вам понравилось мое видео, можете повторить. Обязательно повторят. Да, обязательно. Джанулики, я это хочу, кайф. Повторили и написали в комментариях, как вам понравилось или нет. Конечно. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья. Ну и что еще надо больше в жизни? Всем здоровья. Всем счастья, всем радости. Это самое главное. И мирного неба. Ну а мы подождем, пока это немножко остынет, и потом будем пить чай. Да, Джон? Да, обязательно. Всем пока. Все, всем пока. Днем. Вкусный, Джан? Испортил. Испортил? О, подправьте. Там, где испортили. Красавцы. Какие красавцы. Ох, толстенькие. Давайте режьте. Режьте, ваше благородие. Сейчас будем резать.